Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Рад видеть тебя. У тебя... Один из... Я... Что придумал? Эти новые вид. Нужно быть осторожнее. Да прославит тебя. Thank you.
Отдавай заказ Альфреда, подлый негодяй! Мы заплатили за него! Ты помнишь Милдрид из пекарни? Потаскушку, которая месит тесто, распустив Лив? Мой муж глаз от нее не мог оторвать. Ну, к твоему счастью, Рив Селвин арестовал ее. Боже, полагаю, за ее бесстыдство? О, несомненно. Bye.
слышишь это? Только шум вашего города. Он где-то здесь. Он зовет меня. Одинокий и напуганный. Мой бедный сын. Ты потеряла сына? Нет. Его забрали у меня за то, что он опрокинул прилавок на рынке. Селвин убил его. Жестоко. Но почему ты здесь? Куда ребенку без матери и после смерти? Только с той стороны. Ты чем-то расстроен? Как ты догадался? Увидел, как я унижаюсь, справляя нужду в этот пруд? Услышал мои крики? Так он должен тебе что-нибудь? Еще один суется не в свое дело. Проваливай, если только у тебя нет драгоценности Альфреда. Если вещица для Альфреда, она, наверное, дорого стоит. Альфреда, подлый негодяй! Мы заплатили за него! Убирайся, ты! Альфреда, подлый негодяй! Мы заплатили за него! Богом клянусь, ты за все ответишь, воры обманщик! Отдай мне драгоценность Альфреда! Я тебе кишки выпущу! Отдавай заказ Альфреда, подлый негодяй! Ты! Что ты здесь делаешь? Я тебе не враг, пока. Но тому снаружи нужна драгоценность Альфреда. Во имя Иисуса распятого! Оставьте меня в покое! Альфред ее получит, когда я получу свое. Успокойся, не то кишки выпущу. Прости, не хотел тебе грубить. Я лишь прошу достойной платы. Работа обошлась мне вдвое дороже. А мне семью кормить. Если вещица и впрямь для Альфреда, тебе лучше отдать ее за первоначальную цену. Ослиная задница! Забирай эту штуковину! Мне жизнь дорога! Не хочу оставить жену вдовой. Вещица у меня. Что ж, я рад, хоть и не просил о помощи. Альфред заказал эту бесценную вещь. Бесценную? Золотая филигрань, прозрачный кварц и великолепная эмаль. Образ Господа нашего Иисуса Христа и теперь ты оставишь ее себе. Ну да. Мне сказать королю? Что Дан украл подарок для его жены. Скажи. И прибавь еще кое-что. Я заберу у него все. И каждый скальд, что сложил сагу о нем, сложит три обо мне. Ибо мы викинги, и эта щедрая земля скоро станет нашей. Что за вздор? Верни, что взял, и забудем о нашей встрече. Оставь меня в покое, или я лишу тебя не только этой побрякушки. Клянусь, крестом Господним ты! Ладно, забирай.
здесь что-то ищет. Где же его могут держать? Кому-то не нравится, что Альфред просвещает жителей Винчестера. Какие-то записи бросили в огонь. Гудвин заметал следы? Или это дело рук стражи? Миски с едой разбиты. Он сопротивлялся. Думаю, в городе должна быть крепость. Следы борьбы со стражей. Думаю, Гудвина держат в крепости Винчестера. Здесь мне точно не рады. Узники могут что-то знать. Валить деревья, обтесывать камни. И зачем? Строить тюрьмы для тех, кто украл яблоко. На помощь кто-нибудь! Прошу! Мне нужно найти Рива. Селвина? Он меня повесит за кражу яблока. Другого, Гудвина. Его, кажется, недавно схватили. Это же человек Альфреда. Вот так поворот. Видно, в Винчестере свободы не осталось.
как... Я голодала. Мой мальчик был при смерти. Кто не украл бы ради ребенка? Крепкие стены и много стражи. Здесь... Здесь наверняка ценный узник. Винчестере? Интересное зрелище. Меня послал король Альфред, преклонив колено в мольбе. Я неплохо знаю Альфреда, и это чистая ложь. Он не стал бы умолять о помощи, что бы ни стряслось. Тут ты прав. Но он поручил мне разыскать тебя, Гудвин. Зачем? Скорее всего, чтобы мы могли найти еретиков из Ордена Древних и отправить их в глубины преисподней. Тогда с чего мы начнем? С моих записей. Если их еще не сожгли, искать стоит где-то неподалеку. Я отыщу твои записи. Иди, пока о твоем побеге не знают. Соберемся за стенами!
записи Гудвина об Ордене Древних. Спасибо тебе за помощь. Схватить любимого Рива Альфреда – дерзкий ход. Так называемый Орден на деле кучка наглых бездарей. Бездарей, которые проникли во все уголки ваших земель? Они опасны. Ты не представился, верно? Эйвор из клана Ворона. Бич Мерси, если имя тебе не знакомо. Ну, Эйвор, когда от троих еретиков останется лишь пепел, поднимем чаши, как старые друзья, единые в ненависти к Мерси. От двоих Альфред уверен, что один мертв. Ваш епископ Эалферд был саксом. Дьявол. По этому распутному козлу скорбит полгорода. Вот это было прибито к двери. Острые слова пера. Соображение против обучения? Яд в невинной оболочке. Я разберусь, в чем суть. Петля, что ты о нем знаешь? Уверен, это один из Ривов. Лишь мы можем судить и назначать кару. И он явно убежден в своей праведности. Тебя приказал схватить Петля, ему подвластна стража. Рив Селвин? Ну, конечно. Он прибрал к рукам закон в Винчестере. И казнит грешников на площади за малейшие проступки. Может, это не он? Нет, я уверен. Больше просто некому. Покончи с ним, Эйвор. Слуга Божий погиб в страшном пожаре. Пути Господни неисповедим.
Епископ Элферт не был божьим человеком. Тихо. Селвин вешал людей за меньше. Люди Винчестера, раскройте глаза и увидите, как идеалы Альфреда гибнут в грязи человеческих пороков. Эти узники не чтят законы короля, считают себя выше их. Эти грешники способны лишь потакать своим слабостям. Хьюберт позволил Элю затуманить ему разум и оклеветал епископа Элферта, слугу Божьего, который недавно упокоился с миром. Элферт был грешником. Пусть горит в аду! Хьюберт, твоя жена сварливая ведьма. И могу спорить, каждый тут отведал ее прогорклого меда. Когда это прекратится, Селвин? Ты осудишь и казнишь весь Винчестер? Приговор вынесен, Хьюберт. Да пощадит Господь твою черную душу. В Винчестере больше нет свободы. От него не укрыться. Приказал поймать крыс, что завелись у нас в амбаре. Воры не будут тут желанными гостями. Укоротим хулителям языки. Не простим тех, кто насмехается над законами и указами короля. И скажите же мне, кто вправе судить этих грешников, если не благочестивый народ Винчестера? Я лишь ваш покорный слуга. Ты обвиняешься в разврате и клевете. Плюлич! Да пощадит Господь твою обезображенную душу. Жалкий преступник. Кто посмеет казнить палача Альфреда? Ты вершил правосудие не во имя Альфреда. Ты палач в Ордене Древних. Ха. Твой взор все еще затуманен. Ты не видишь истины. Законы Альфреда — мечта рабов. Он допускает к своему столу попрошаек. И слабые пожирают сильных. Кто вправе решать судьбу отребья, если не сильные и достойные? Защищать свой народ надлежит рукой в железной перчатке. Ты караешь простой народ, а не тех, кто это заслужил. Орден приговорил к мучениям каждого, ибо все мы — лишь бледная тень желанного совершенства. Совершенство древних. Ты сам лишь человек, Рик. Ветвь усыхающего древа.
спросить у Гудвина, что он узнал о Бере. Yeah.